мы приехали в этот в один ресторанчик заказать метровую пиццу. Здесь магнитики, все с Сицилии. Красиво. Пиццова Сицилия. О, Катюша с Сицилии, привет. Вот такой ресторанчик. А там вулкан, видать. Не знаю, как. Так, мы возьмем. Ой, какие там вкусняшки. Не помню, как они называются. Офигеть. А здесь вообще мы здесь тоже. Vado a fare ancora soldi. Fria. Perché devo fare i biglietti, se ne vanno già. Fria Ariely. Oh, è uscito stavolta. Какие вкусняшки. Вкусняшки. Вот там у них печка форма. Сейчас нам сделают там метровую пиццу. Здесь все это начинки. А куда? Моцарелла? Скаморца, там все такое. Все такое, все такое. Сейчас подождем, когда будет пицца готова. Сейчас нам дали попробовать вон ту штучку. Это как желе, как я делала. Только это крем с рикоттой они сделали. Я делаю с заварным кремом такие штучки, а у них крем с рикоттой. Обалдеть, какая красота. Noi invece li facciamo 12 mesi l'anno. Мы взяли с тремя разными начинками. Фотографа ква. Си. Там, короче, есть шоколадный крем, есть заварной и есть сырковый крем. Разные. Мы взяли три разных вкуснятины. А эти вообще обалдеть какие. Anche chiacchiere. Io sono andato giù una volta solo in Sicilia per lavoro, ma sono uscito. Bellissimo. Смотрите, какая красота. Sono tre gusti, sì? С тремя разными начинками, маленькие каноли мы взяли. Одна штучка 1 евро стоит. В прошлый раз мы брали большие каноли, огромные прямо, а эти маленькие решили взять. Окей, grazie. Bellissimo. Sì, ho fatto. Quello è mandorla, pistacchio e gocce di cioccolato. Buono, è tutto buono. Abbiamo assaggiato grandi, altra volta. Короче, это сицилийская кассата, а это кассатища. Маленькие такие кассатики, прикольные. Так, сейчас я буду первый раз пробовать вот эту кассату. Questa che sta mangiando è con la pasta reale al caffè. Questa pasta reale al mandarino, al pistacchio, limone. Sono buoni. Ma sono tutte uguali. Cambia soltanto. Вкусные такие. Cambia soltanto la quella sua. Scusate, la friarelle la facciamo rossa anche. No. Lo mangiano due e va bene. Ma qua abbiamo clienti che lo mangiano da soli. Вот там уже наша пицца метровая. Печки. Уже почти готовые.